Всем огромный привет, добро пожаловать на мой канал. Сегодня у меня будет снова закупка продуктов из магазина Лента. Получилось у меня в этот раз на 7600, и то потому, что я совершила некоторые покупки и, можно сказать, повелась на акции. Ну, как, наверное, многие из нас. И чек будет, как всегда, у меня в конце видео. Давайте уже покажу, что купила. Итак, моя подружка. А здесь у меня картошка 5 килограмм. Сразу же вам покажу, вместе с подружкой тут сидят, да, которая уже проверила все. И вот такая вот закупка у меня получается. Давайте начну с самого главного, то, что я купила. На самом деле не знала, что в Ленте акция на рыбу. Форель потрошенная карельская стоит 328 рублей за килограмм. Я взяла аж целых две рыбины на 1395 рублей, соответственно. Девочки, вы себе не представляете, у меня ее чуть не отняли. Там просто, я вначале подошла, очереди не было вообще. После меня, вот пока мне там взвешивали, заворачивали все это, скажем так, образовалась огромная очередь. За мной кто стоял, там женщина с мужчиной, они тоже взяли две рыбины, потому что такая цена, и засолить, и на стейки, и пожарить, и филе снять, и все что угодно. В общем, а потом я уже в молочном отделе, когда была, одна женщина ко мне подошла, спросила, где я взяла рыбу, сколько она, типа, по акции которой, я говорю, да, за 328 рублей, она мне сказала, что этой рыбы уже нет, вот, так что, можно сказать, я успела схватить, но, может быть, еще потом там выложат, но сам факт. В общем, счастье моему нет предела. Вы знаете, я очень люблю рыбу. И, соответственно, не знаю, наверное, за солем и на стейке. В общем, да. С головой она идет потрошенная. И голову, соответственно, с хвостиком можно на супчик. Вот. Ну и давайте дальше здесь. Купила сосиски вот такие дымов. Тоже они были по акции. На пиццу, на что-нибудь такое. Будет отлично. И взяла еще наггетсы. Девочки, я сама готовлю наггетсы. Но это у меня как НЗ, скажем так. И иногда у меня их берет муж на работу. То есть, когда он знает, что он там закрутится и так далее, он просто разогревает, складывает в контейнер, перекладывает и берет с собой. Так что две упаковочки, вот такие вязанка. Не знаю, такие не пробовала, на них была скидка, поэтому я их взяла. Здесь взяла колбаску, вот такую тоже она была по акции. Какая-то рубленная из свинины. Вот, пит-продукты, я так понимаю. И еще вот такую, тоже она, по-моему, по акции была. Папа может, она мне тут помялась. Вот такую палочку. Так, дальше у меня здесь, давайте, паштет. Вот этот я в прошлый раз покупала, моему мужу очень понравился. Он сказал, что он нереально вкусный, что-то у него прямо вообще. В итоге у меня муж съел весь этот паштет. Вот, и сказал, поешь, возьми еще. Вот взяла вот такой с красным перцем ему. Я думаю, ему понравится. С индейкой. Ему вот с индейкой, кстати, больше понравился. И с гусиной печенью. Вот такие три штучки. Они сейчас там по скидке. Не помню, сколько стоят, но очень вкусные. Себе я взяла, я уже как-то говорила, я очень люблю вот эту штучку. Это не икра, то есть если вы вот любите исключительно красную икру, наверное, вам не понравится вот это вот. Именно Балтийский берег, очень вкусная имитация икры, такая немножко горьковатая. Я обожаю вот эту вещь. Булочка, масло и вот эта штучка для меня очень вкусно, мне нравится. Не потому что это имитация икры, а именно сам вкус. Но он не такой, как у настоящей икры, вот, но советую попробовать. Вот, именно Балтийский берег. Я разные пробовала, и лентовскую пробовала, но вот Балтийский берег для меня лично самое вкусное. Дальше здесь у меня сыр, вот такой гауда с Рыбогатов взяла, и вот такой российский, я уже говорила, я на всякие запеканочки его использую. И соусы. Горчичный, вот этот тоже моим домашним очень понравился, очень вкусный вот этот соус Махеев горчичный, тоже увидите, обязательно возьмите, попробуйте. Вот это вот новинка какая-то, я такого ни разу не пробовала соуса, водоросли нори, растительный продукт, вот, мне кажется, должно быть вкусно, веганос какой-то, вот. Такой у него состав, ну не знаю, попробую. И, девочки, сейчас раскладывала все. Я хотела взять сырный соус, но, похоже, я взяла майонез, да? Я так понимаю, что это все-таки больше майонез, чем сырный соус.
Ну ладно, вот. Я просто увидела сыр, взяла как-то и не подумала. Вот. Ну ладно, пусть будет. Так, и здесь у меня молочка. Молоко, была акция вот на такую упаковку, да, я, соответственно, две взяла. Ну, на блинчики, на в кофе добавить, отличный вариант. Потом взяла вот эту Активию, что-то я 100 лет не покупала. Очень люблю вот эту именно злаковую, она очень вкусненькая. И Слобода, очень люблю йогурты от Слобода, вообще обожаю. Особенности мне нравятся вот эти вот с инжиром, которые очень вкусные. Вот я взяла 2 штучки, и еще новенький, по крайней мере, раньше я не видела, вот такой вот термостатный. Он есть с черникой там был и миндальный, но чернику я не особо люблю, поэтому я взяла миндальный и второй тоже миндальный, вот такой термостатный. Мне кажется, должно быть очень вкусно. Но Слобода вообще очень вкусно йогурт делает, мне очень нравится. Это я взяла деткам. Даниссимо, я так понимаю, поменяли упаковку. Творожный вот такой с шариками, с шоколадом. И вот с такими шариками. Я так понимаю, упаковка поменялась, да? И еще увидела вот такую штуку. Я, конечно, не страдаю плохим пищеварением, скажем так. Но решила попробовать. Смотрите, вот такая штучка содержит ацидофильную палочку, да, витамины группы В. Вот такие вот маленькие йогурты. Вот. Стояли они в разделе, где иммунельки всякие, вот всякое такое, 1,3% жира. Ну, не знаю, я люблю гранат, люблю клубнику, должно быть, наверное, вкусно, с небольшой жирностью. В общем, попробуем. Также здесь у меня макароны вот такие взяла, тоже... Мне кажется, первый раз такое вижу. Экспресс, обработанный паром, быстро варится. Тоже отличный вариант. И здесь у меня всякие орешки, сухофрукты. Вот такие взяла. На них была скидка. Подсоленный, жареный арахис. Любят у меня мужчины. Вот такой взяла микс ореховый, соленый. Вот эти цукаты. Тоже у меня мужчины любят. А себе взяла инжир. Тоже вот нашла такой, чтобы он был просто инжир, без добавок. Он, конечно, такой вот не очень аппетитненький, но, по крайней мере, без добавок так мне больше нравится. Здесь у меня еще всякие... так, во-первых, тут выдавали вот такие наклейки какие-то непонятные. И здесь я набрала различные батончики. Вот такие вот взяла первый раз. Не знаю, у меня все едят вот эти батончики в качестве перекуса, мне кажется, отлично. Орехово-фруктовый, черника и живика, по-моему, 2 штучки я взяла. Вот такие Несквик, злаковые батончики. И вот эти вот наши любимые, мои любимые и моего старшего сына, вот эти корни Биг, именно с белым шоколадом, очень вкусные. Вот, так что здесь вот у меня их целый пакетик. Дальше. Взяла хлеб лентовский, и одна девушка мне написала, что она все время берет вот такой хлеб-булку, именно вот в пакетах, которую Лента сама непосредственно там печет. Вот, и сказала, что очень вкусный, свежий. В общем, я решила тоже попробовать и взять. Взяла вот такой, ну, он такой прям мягенький, хлеб кукурузный особый. Вот такой за 54 рубля, ну, считайте, 55. И вот такой уже нарезанный. Стоил 20, считайте, 29 рублей. Какой-то хлеб балтийский. Ну, не знаю, попробуем. Еще взяла вот такие штучки какие-то, как сушки, только с чесноком. Вот такие 2 упаковочки. Также здесь у меня сахар. Я взяла сразу 3 пакета. Я сразу беру 3 пакета, потому что я обычно забываю покупать сахар. И, в общем, чтобы он у меня уже был, надолго хватило. Ну, и здесь у меня пошли овощи, фрукты, в основном фрукты. Значит, бананы, они были по 40 с чем-то рублей, вот здесь вот в чеке 79, но на кассе пробивается меньше, мы уже 2 штучки с сыночком съели, очень такие ароматные прям бананчики. Мандарины по 69 рублей, вот такие какие-то крупные, но мне такие нравятся, они обычно не кислые. Здесь у меня хурма, свечка по 169 рублей, вроде неплохая. И взяла, старший сын у меня очень любит, вот это помело. Мне все время хочется назвать помело, я не знаю почему. Вот взяла ему 1 штучку. Виноград вот этот, девочки, какой он вкусный виноград, вот этот тайфи. Я его просто обожаю, 131 рубль стоит.
Я просто фанатею от него. Очень вкусный, сладкий. Увидите, обязательно попробуйте. Здесь яблоки. Галавес, тоже очень вкусные яблоки, 129 рублей. Помидоры по 88 рублей были. Ну, такие, смотрите, прям красненькие, неплохие помидорчики. И взяла еще 3 огурца, потому что те огурцы, которые на развес, ну, они как вообще как будто мороженые. Поэтому взяла вот такие в упаковках, 3 штучки. И здесь еще 2 лимончика у меня. Лимончики прям тоже такие неплохие. И еще... Еще одна акция, на которой тоже я повелась. Там была сегодня скидка, по-моему, 50% на все контейнеры для хранения. Я взяла 80 с чем-то рублей, по-моему. Ну, в общем, в чеке, девочки, сейчас я буду показывать чек. Увидите, да? Вот такие 2 контейнера как раз хорошо вот сюда пересыпать вот какие-то орешки, не знаю, печенье, которое я сама, вот, например, если выпекаю, то обычно некуда мне его складывать. Вот как раз буду сюда. Вот, в принципе, неплохо вот здесь вот, ну, так не сильно туго закрывается. Ну, в общем, если кто-нибудь из домашних разобьет, я их убью. Это стекло стеклянное, но такое тоненькое на самом деле стекло. Также я взяла 2 вот таких контейнера стеклянных с крышкой. Очень мне нравятся именно вот такие стеклянные с крышкой. Они еще, по-моему, в Икее такие продаются, только с деревянной вроде бы крышкой. Вот я взяла, получается, один вот такой большой контейнер 19 на 19. Единственное, что нельзя ставить микроволновую печь, насколько я поняла. О, не микроволновую, а в духовку нельзя. В микроволновке можно разогревать, в холодильнике мыть посудомойки можно. В общем, все можно. Вот, отлично для... Ну, там приготовила, не знаю, котлетки какие-то нажарила, сложила сюда и супер. И вот такой поменьше контейнера взяла, 2 одинаковых. А вот эти 2 контейнера, правда, цвет такой. Ну ладно, это я взяла мужу, он у меня берет с собой еду, ну, в основном он именно берет из дома еду на работу, вот, ему нравятся вот такие плоские и вот с такой вот штучкой, ну, как вот с этими защелками, да, получаются такие герметичные контейнеры. В общем, я ему взяла 2 сразу, потому что иногда бывает, у меня забывает их, вот, правда, цвет какой-то такой оранжевенький, ну, ладно. Ну, пойдет. Другого цвета не было. И здесь у меня еще туалетная бумага. Да, Боночка, ты все проверила? Все проверила, моя девочка. Хорошая моя. Вот, так что вот такая вот у меня получилась закупка. Сейчас вам покажу чек.